Творческий концерт «Новогодний серпантин» начался с песни «Благословение», которую исполнили воспитанники фольклорного отделения. Большинство номеров были посвящены главному празднику – Новому году и Рождеству. Соответствующая атмосфера была создана в том числе благодаря исполнению классических новогодних музыкальных мотивов. В программе выступлений были задействованы все музыкальные отделения школы. Каждый ученик с большой ответственностью готовился к концерту и проделал колоссальный труд. Это было что-то выходящее за привычный учебный процесс. Вот. Конечно, это требует много усилий от родителей, от преподавателей, от детей, дополнительные репетиции и так далее. Большой творческий труд они проделали. Помимо музыкальных коллективов и ансамблей, в концерте принимало участие и хореографическое отделение. Прекрасные вариации «Жемчужин» из балета «Конек-горбунок» удалось увидеть зрителям в исполнении двух юных, но уже опытных балерин. Завершилось мероприятие выступлением фольклорного ансамбля под руководством Владимира Платонова. Молодые музыканты разыграли на сцене обряд под названием «Коляда», который существовал на Смоленщине. Ряженые выходили, они представлялись цыган и цыганкой. Вот, они, ну, цыган, цыганкой, они пляшут и поют. Поэтому, в общем-то, отсюда и все это веселье. Поэтому их очень ждали. Вот, к ним готовились, собиралась вся деревня в каком-то доме. Зрители с большим удовольствием и воодушевлением смотрели каждое выступление. А для детей и преподавателей это самое главное. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.